Сейчас мы с вами быстренько прикинем, сколько нам нужно делать убавок, потому что сейчас я провязала 5 рядов, но считаю, что это мало для убавок, поскольку у нас шапка должна идти вертикально вверх, а потом вот так вот резко убраться, то есть вот сюда и стяжка получилась. Для того, чтобы у меня именно вот такая вот линия получилась, а не углом, не как-то, то есть мне никакие уголки не нужны, мне нужно, сначала она идет вверх, а потом тарелочкой убирается. Так вот, поскольку у меня 24 ряда на всю, мне нужно убрать максимально провязать по прямой, а дальше это все быстренько убрать. И почти половину я вяжу наверх, так прикинуть, если почти половину по прямой, а дальше резко-резко убираем. Поэтому 15 рядов, не 5, а 15 рядов я вяжу по прямой. И снимаю полотно с игл. Дальше я делаю стяжку. Стяжка может быть очень большая пополам, но это совсем грубо, это не надо. Поэтому, смотрите, 15 ряд я снимаю часть игл. Сейчас будем считать, сколько там получается. Провяжу до, не знаю, еще 4 ряда, 19, ну пускай будет 14 и 18. 14 и 18. Дальше быстро 20 и 22, то есть стяжка будет достаточно резкая, потому что она пойдет почти горизонтально. У меня на 14 ряду стяжка, вот сейчас просто прикидываю, как я могу убирать. Я могу убирать каждую третью петлю, 2 на 2 иглы по одной петле, на третьей игле 2 петли, то есть каждую треть. У меня 126 игл в работе. Делим на 3, умножаем на 2. 84. То есть после того, как я на 14 ряду делаю стяжку на 1 треть, у меня получается 84 петли. На 18 ряду я делю 84 на 3 и умножаю на 2. 56 остается. То есть я убираю каждую третью иглу петли. Так, делим на 3 и умножаем на 2. 37. На 22 ряду делим на 3 и умножаем на 2. 24 петли. 24 петли после 22 ряда. Это более чем достаточно. Я могу провязать и стянуть 24 петли. Это уже совсем хорошо. На 24 ряду то есть 22 ряда провязала и сделала стяжку. А на 24 ряду я просто сделаю иглы через одну и стянем мы уже не 24, а 12 петель. Как это будем делать, я вам покажу. Но вот такой расчет меня устраивает гораздо больше, потому что максимальное провязывание по прямой и дальше убавки. Итак, я вяжу 14 рядов и на катушечную, на вспомогательную нитку срезаю полотно. И дальше буду делать стяжку по вот этой схеме. Как делается стяжка? Вот я одну сделала, вот сейчас вторую. 18 у меня на счетчике. Я делаю убавку массовую, сняла на вспомогательную нить через катушечную. И как я убираю каждую третью петлю? 1/2 на иголке и на вторую и третью. 1 игла, 1 петля, 2 игла, 2 петли. То есть у меня каждая третья игла убирается. Это такая мощная стяжка получается. Если вы хотите 1/4, делите на 4, умножайте на 3, узнайте, сколько у вас получится. Если хотите половину, просто пополам поделите, ни на что умножать не надо. Вот вы можете узнать, сколько в итоге петель у вас должно остаться. Вот я примерно выставляю себе по нашему вот этому расчету 18 рядов на счетчике, 56 петель примерно должно остаться. Здесь 20 с хвостом и здесь 20 с хвостом. То есть вот так вот я примерно ориентируюсь по вязанию. До каждой петелечки высчитывать не нужно, поскольку это все равно будет стяжка. Сколько будет, столько и стянем. Самое главное, чтобы не было много и чтобы не было угла. А для того, чтобы не было угла, нужно делать вот эту вот операцию по стяжке. Сначала реже, потом
буквально через ряд. И тогда у вас будет ровненькая такая тарелочка сверху. Поэтому сейчас вот эту убавку провязываю, два ряда опять снимаю, потом еще два ряда еще снимаю. И когда мы дойдем до 24 ряда, покажу, как еще убавить полотна для окончательной стяжки. Сейчас я вам покажу небольшую хитрость. Когда у нас большая достаточно стяжка, но больше провязывать нельзя, можно убрать петли через одну. Видите, иглы через одну я поставила заднее положение, потому что здесь на каждую иглу надето по 2 петли. То есть я каждую соседнюю петлю надела на соседнюю иглу. И провязываю один ряд вот так же. Ничего не, никакие стяжки не делаю, ничего не сдвигаю. Плотность поставлю порыхлее. Была шестерка, ставлю восьмерку. Один ряд. Последний. Все. Вязание окончено. Больше вязать нельзя, иначе у меня будет здесь рыхлое. Все. Теперь я отрезаю нить. Поскольку я этой нитью буду изшивать шапку, подлиннее отрезаю. Беру иглу. Можно было и так протягивать, но сделаю иголкой, потому что удобнее. В иголку вставляю нить через катушечную. Катушка. Вставили. И теперь на иглу собираю все петли. Раз. Вынуть из-под платинок. Раз. Два. Три и так далее. Собираю все петли на иголку. Продеваю нитку. И сейчас посмотрим, что у нас получается. Желательно это все делать в одном направлении. Так. Нитка большая достаточно, чтобы на сшивание хватило. Надели, чтобы ничего не потерять. Иголка больше пока не нужна. Убираю. Смотрим, что у нас получается. Вот наша эта стяжка, макушка. Сейчас мы ее стянем. И видите, очень аккуратная стяжечка получается. Такая тоненькая и хорошенькая. Изнутри у нас будет идти вторая часть, она будет сшита, поэтому никакая голова просвечивать не будет ни в коем случае. Там будет белая подкладка. И вот такая очень аккуратная ровная стяжка получается при таком способе. Итак, шапку мы закончили. Теперь вынимаю все вот эти вот вспомогательные нитки. Сейчас будем быстренько делать рулик для лица. Вот наша шапка. Я аккуратно разложила наше отверстие для лица. Я не хочу, чтобы оно было больше. Меня вот такой вот размер устраивает очень даже. Все прекрасно совпало. Но вот здесь немножко оно перекашивается. Но это за счет того, что лежат два несшитых полотна. Когда мы их соединим, все уляжется очень ровно. Итак, как мы считаем длину? Можно ниткой, можно метровой лентой. Как нравится. По краю. Вот, начинаю, например, вот от этой полоски. Считать. Иду метровой лентой вот так вот аккуратно по краю. Дохожу до этой полоски 44 сантиметра. То есть ширина моей горловины 44 сантиметра. Рулик я хочу сантиметра 3, наверное, не меньше, потому что он будет выходить из вязания и должен будет обогнуть вот это все и подобрать, то есть подшить 3-3,5 сантиметра. Итак, рулик у меня должен будет 3,5 это ряды и 44 это петли, это в сантиметрах. Так, пока больше не надо. У меня петельная проба
2,5 петли и 4 ряда. 4 ряда оставляем, 3,5 на 4. Получается 14 рядов, это высота рулика. Длина рулика 44 сантиметра умножить на 2,5, 110. Я немножко сокращу, потому что в обычном состоянии мы померили, но рулик может немножко подтягиваться. То есть я его могу подтянуть чуть-чуть, в принципе, могу и оставить так. Главное, чтобы вязание не слишком разъезжалось. Ну вот пускай будет у меня 110 петель, это в свободном состоянии. Делаю 100. 100 петель на 14 рядов. Итак, я набираю любым удобным мне способом. На машинке 100 петель. Провязываю 14 рядов. И после того, как провяжу, надеваю мое изделие на иголки. И все. Горловина практически готова. Горловина, простите, лицо практически готово. Останется подшить руками изнутри этот рулик. Итак, 100 петель на 14 рядов. Провязываю такую длинную полоску на машинке. Край должен быть уже закрыт. Не надо оставлять открытые петли. 14 рядов провязано, причем есть секрет и у этого рулика. Посмотрите, вам видно, что здесь петли достаточно рыхлые, к середине они очень плотные, и дальше опять рыхлые. То есть рабочая плотность 6. До 7 ряда я делаю плотность как можно более плотную, то есть 6, 5, 4, 3, буквально до 2. 7, 8 ряд это буквально 2-2,5 плотность, и дальше постепенно 3, 4, 5, 6. То есть у меня по краям рыхлая плотность, в середине самая-самая тугая. Эта тугая сторона пойдет к лицу и будет аккуратно стягиваться, чтобы она не расходилась, не была у нас такой широкой, а наоборот подтяжкой такой работала. Итак, у меня готов рулик. Сейчас я буду надевать на него нашу шляпу. У меня на иглах рулик. И вот наше отверстие, которое мы сейчас будем оформлять. Я иголками заколола, соединила оба полотна, потому что здесь отверстие. Можно было, конечно, сшить, но можно просто обойтись иголками, потому что сейчас я буду обе части надевать на машинку. Верхние и нижние иголки соответствуют середине. На них я сейчас буду ориентироваться. Итак, у меня все аккуратно совпало, все прямо идеально легло. Беру мою шапочку, лицом к машинке, начинаю надевать. Надеваю с той стороны, где у меня нитка, чтобы сразу и закрывать этой же ниточкой. Нитка у меня справа, значит, справа и начну. Шов буду делать на подбородке. Значит, если шов на подбородке, вот отсюда и идем. Лицом, видите, я оставляю лицом. Вот просто вот так беру, складываю шапку, как она есть. Лицом сюда, изнанкой внутрь, вот как она должна быть. От булавки, которая на середине подбородка, до булавки, которая середина лба, я надеваю на иглы. Вот. Просто стараюсь сделать так, чтобы у меня как можно больше лохмотьев ушло внутрь, чтобы никакие лохмотья мне не попали наружу, потому что в том месте, где я протыкаю полотно, ну, я буду декером надевать. Декером вот отсюда и пойдет у меня рулик. И если я буду плохо надевать, то у меня рулик покажет все неприятные стороны нашей шапочки. Поэтому, еще раз скажу, подбородок здесь, макушка в середине. Начинаю с той стороны, где рабочая нитка. Как я заколю с изнанки, вообще не важно, потому что рулик будет загибаться в изнанку. И все равно все закроет. Меня волнует больше сторона лицевая. Так, и... Ой, не отметила. Так, само собой отцентровано все относительно нулика. Вот эта половина пойдет на половину шапки. И я должна от края до нуля надеть вот эту половину. Начинаем. Раз. Два. С этой стороны. Так, ищу, где у меня там половина лба. Вот она. Аккуратно. Половина лба. Сюда. И видите, вот она моя линия.
по ней спокойненько и надеваю всю шапку. Вязать я ничего не буду, я сейчас буду закрывать петли. Смотрю, чтобы провисы были одинаковые, чтобы все лохмотья, которые есть, ушли сюда наверх, чтобы все было аккуратно и четко совпадало. Надеваю полностью. Еще раз скажу, ориентируюсь в основном на лицевую часть, потому что она вот как надену, так и будет выглядеть. Все, что с изнанки, оно все равно закроется руликом. Надеваю полностью. И вот этой рабочей ниткой закрываю косичкой. Все. Отделка будет готова. Потом переворачиваю, надеваю вторую часть и тоже закрываю этой же ниткой. Отделка лицевой части готова. Надевайте, закрывайте. Ну вот что получается. Ой, закрыла половину. Сейчас вот эту петлю вытяну. Вот так длинно, чтобы она не потерялась. Вот видите, какая красота получается. Изнутри шов, который мы закроем руликом. Вот так вот. Лицо он тоже мешать не будет. Он будет закрыт с изнанки, ой, с лицевой стороны. Очень аккуратно все убирается сюда под этот рулик. И вот таким вот образом мы закрываем. То есть половину надели, разворачиваю. И до начала следующего рулика, вот так же, надевая всю вот эту часть на иголке, закрываю обычной косичкой. Видите, вот здесь вот, вот этот огромный шов, это просто закрытие косичкой. До встречного рулика. Надеваете, закрываете. Рулик мы сошьем, когда будем его пришивать к шапочке. Вот такая красота. Очень ровно, аккуратно. Вот это все мы подошьем руками. Это все вручную, аккуратненько подтянем, закроем и пришьем. Будет просто идеальный кружочек. Еще и стянуто как следует. То есть никогда не разойдется, никуда не развалится. Все просто идеально. Теперь моя задача. Соединить нижний край, так вот здесь вот все эти нитки я буду убирать потом, когда буду делать сшивание. А здесь сейчас занимаемся нижней частью. Итак, моя задача вот эту всю огромную-огромную ширину присобрать так, чтобы она нормально улеглась на шею, потому что голова широкая, шея узкая. Все это не должно вот так вот колом вокруг стоять. Да еще пелерина, в общем, совсем нехорошо. Поэтому присборку я буду делать под подбородком и со стороны спины. До какого размера будем делать сборку? Измеряем шею. Шея здесь 34-35. Учитывая, что надо, чтобы голова все-таки пролезала, сделаю вот так вот. До 40 сантиметров. Иначе голове будет совсем тяжело пролезать. Особенно это касается маленьких детей. Ну, пускай 38. Вот так вот. Потому что лицевая часть все-таки даст возможность расширяться полотну. 38 это петли. 38 умножить на 2,5. Это в одном сантиметре петель у меня получается 95. Итак, у меня вот это количество игл, петель я должна разместить на 95 игл. У меня было 120, стало 95. Я должна сделать присборку 25 петель. Ну, может быть, даже побольше немножко. Итак, отмечаю места, на которых я буду делать сборку. Естественно, это под подбородком. Так, складываю один к одному. И так вот оно и лежит ровно под подбородком. Это все то, что у нас под лицом. И от середины, ну и пополам делим вот эту часть. То есть по бокам пускай идет как идет, а со спины будем вот эту часть присобирать. То есть сборка у меня будет хорошая такая по спинке
и под шеей. В основном под шеей, потому что мне нужно обрисовать подбородок, чтобы ничего не мешало. Вот тут будет сборка, и тогда спокойно, видите, подбородок округлится и спокойно будет лежать, ничего никуда не тянуть. Основная сборка здесь. Итак, 95 петель. Я должна надеть вот эти вот петли на машину. Естественно, лицевая сторона у меня идет внутрь. В первую очередь я надеваю лицо, а во вторую очередь подкладку. Поэтому ориентируюсь на лицевую сторону, надеваю. Открытые петли на иголке. Поскольку они открытые, они достаточно эластичны, их можно по 2 петли надевать очень легко на иглу. Так, 95 делим на 2, обязательно центруем, потому что будем симметрично делать. Это 40, 45, 40, ну, пускай будет 47, 94. И здесь 47. Не больше, иначе будет широкая горловина, это тоже нехорошо. Можно даже поменьше. Туго не будет, а зато не будет болтаться по шее. И теперь смотрим, как я должна сделать присборку на лицевой стороне. Лицо у меня уложится вот так вот в 20 петель, пусть присборка будет. Дальше у меня пойдет 20 петель, как пойдет, все остальное соберу тоже вот на оставшиеся иглы. То есть 20 петель игла, да, 20 средних, потом 20 прямо как ложится, остальное все соберется. Делаю вот так вот на равной части делим. Равные части спинка, середина и шея. Вот таким вот образом. На спине сборка будет не столь активна, как на лицевой стороне, потому что там нет таких изгибов, как подбородок. Поэтому основная сборка идет, конечно, на лицо. Остальное все делится равномерно. Итак, 20 петель на лицо, 20 само по себе как ложится, и на остальные 20 собираю все, что осталось. Надеваю сначала лицо, потом точно так же на эти же иглы надеваю петли изнанки, вот этой подкладки. Один в один. Вот как ложится, вот как посчитала, так и надеваю. Обе части на одни и те же иголки. Надели. Если мешает помогательная нитка, ее лучше снять, потому что она с двух сторон, но сейчас трогать ничего не буду. Аккуратно провязываю два ряда на всех иголках, спокойно. Если у вас такая толщина, машинка не возьмет, буквально руками провязывайте каждую петелечку вот так вот вручную. Иначе, ну тут, конечно, вспомогательная нитка, даже если что-то не провяжется, не потеряет петли, но все равно это надо делать очень аккуратно. У меня машина провязывает все просто легко и свободно. Два ряда. И снимаю на вспомогательную нитку. Так, чтобы не путалась, убираю вот эту нить, потому что она, у меня столько этих вспомогательных ниток, что все запутается сейчас, где какая нитка. Можно было и сразу, но вдруг бы все это слетело, поэтому сниму сейчас. И надеваю на вспомогательную нитку, снимаю на тот ряд, который я сейчас провязала. И смотрим, что у нас получилось уже в таком почти готовом варианте. Так, снимаете. Видите, вот она, сборочка на подбородок, такая хорошая. Все очень хорошо выглядит. Снимаете полотно на вспомогательную нитку. Так, берем, примеряем то, что у нас получилось. Практически готова наша шапка. Осталось только пелерину связать и все это сшить. Так, вот лицо.
все как хотелось. Вот то, что у нас сзади. Мы все это сошьем, соберем, все будет отлично. То, что у нас идет по шее. Смотрите. Тут есть нюансы. Можно вот что сделать. Вот здесь можно провязать частичными рядами. Вот видите, вот эту часть. Для того, чтобы у нас шапка сидела идеально, плотно по шее. Вот так вот, она сидит. Ниже она уже не опустится. Вот. Вот это вот место можно подколоть. Сейчас я его определяю. Раз. И вторую булавочку. Потому что мне нужно вывязать шею, чтобы это все идеально легло. Вот отсюда до сюда. Вот так. Вот это вот. Сейчас надеваю на иглы. И провязываю частично. Моя задача сделать так, чтобы вот эта часть провязана была частично и превратилась вот такое большое количество 8 сантиметров. То есть здесь у меня сейчас гораздо больше. Мне нужно превратить вот это вот в 8 сантиметров. Сейчас надеваю вот это вот полотно на иглы. Начинаю. Частично провязывать. Так, 8 сантиметров так и 5, ну где-то пусть 4 сантиметра в глубину. То есть я должна провязать 4 сантиметра, это ряды, 4 на 4 это 16, и 8 сантиметров, ну 9, 9 это петли. Так. Моя задача. 4 это ряды, 9 это петли. Вывязать полотно. Так, 4 ряды, 4 на 4 это 16 рядов, 9 петель, это 9 умножить на 2,5, 9 умножить на 2,5 равно 22 петли. То есть вот эту вот часть я должна превратить в 22 петли и вот так вот вывязать здесь частично подбородок. И тогда я смогу уже вязать пелерину, потому что иначе все это перетянется. Когда я буду одевать одежду ребенку, вот это все стянется и лицо будет открыто. Мне нужно выровнять вот эту часть. Это можно было, конечно, сделать не снимая на вспомогательную нить, но тогда бы я не могла померить и посмотреть, что же вышло. Сейчас берем и вяжем. Будем делать частичные ряды. Итак, я начинаю с какого-то количества петель и по одной иголочке ввожу в работу, выдвигая в рабочее положение иглы из переднего. Как определить, какое количество? Опять же, не будем убиваться на расчетах. Если у меня 16 рядов. Опять берем фазы. 16 рядов это 8 фаз, потому что через раз я буду выставлять иголку. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Вот за 16 рядов я выставлю столько игл. То же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. Столько же иголок я выставлю за 16 рядов. Все остальное встает в работу и работает. Рычаги частичного вязания включите и поехали вязать частичные ряды. Так, рабочая плотность, ряд. И начинаем вводить по одной иголке в работу. Так, здесь завязали узелок. По одной иголке с противоположной стороны. Обвили, выставили, провязали. Обвили, выставили иголку. Провязали, обвили иглу, выставили с противоположной от каретки стороны, провязали ряд. На машинах с нитеводом делается все то же самое. Вывязывается наш подбородок, вот он.
провязали. Ну и чтобы не... Ну, давайте вот так вот. Провязали и в работу вводим последнюю иголку. 16. Вот вывязанный подбородок. Если он есть вот такой ярко выраженный, как у нас на манекене. Вот. Все. Вот теперь горло точно будет закрыто. Вот так вот. Вот это точно у меня уже... больше похоже на горловину. Снимаю вот эту часть уже на вспомогательную нить. И измерим, что у нас теперь получилось. Вот она наша горловинка. Берем куклу и мерим. Видите, вот сразу стало меньше. Вот настолько. Вот это все провязано. Подбородок ложится вот сюда, и он закрыт. Можно было вот это вывязать и узором, но рассчитывать такие вещи гораздо сложнее. Исходя из начальных каких-то данных. Вот так все гораздо проще. Видите, все очень, очень даже хорошо. Сейчас померим на нашу куклу. Абсолютно идеально закрытый подбородок до шеи. Смотрите, ничего никуда не уедет. Вот это вот никуда уже не перетянется. Потому что если бы не надвязка, у нас бы постоянно все это слезало, и подбородок был бы постоянно открыт. В таком виде, видите, все очень даже классно убирается. Вот. Вспомогательные нитки мы снимем, и вот отсюда пойдет у нас пелеринка. Теперь, что касается пелерина. В таком размере меня все устраивает, голова сюда прекрасно влезет. Пелерину мы будем вязать не широкую, ну, вот сантиметров 10, потому что нам много не надо. 10 сантиметров. Если хотите больше, по аналогии свяжите больше. Ничего тут другого не появится. Вот наша. Вот так вот хитро вывязанная силуэт. Вязать буду поперек, поперечным вязанием с оформлением кружевом по краю, для того, чтобы не закручивалось. Надевать буду одновременно с провязыванием. Для этого мне вот эти вот открытые петли очень сильно пригодятся. Смотрю, сколько у меня этих петель. Вот я надевала 3. Ну и последнее измерение и расчеты. Сейчас мы будем уже рассчитывать пелеринку. Итак, еще раз шея. Шея где-то, ну, 30, если в обтяжку. В обтяжку не надо, вот 33-34. Пускай будет 34. 35. 35 сантиметров у меня. Это длина пелерины. Она будет расходиться в разные стороны. Ширина пелерины. Ну, 10, наверное, достаточно. Нам надо только так, чтобы она лежала по плечам, ну, 12. Причем 2 сантиметра из них будут составлять кружево. Кружево пойдет по краю и будет у нас исполнять такую роль бортика, который не даст пелерине закручиваться и утолщаться. Итак, 10 – это чистые петли. 35 сантиметров – это ряды. 10 – это петли. 10 на 2,5 это 25, ну и плюс кружево. А 35 умножить на 4 140 рядов мы должны провязать вдоль основания шеи. Провязывать будем одновременно, надевая полотно на иголки, то есть мы будем одновременно
ввязывать нашу шапку за открытые петли в пелерину. Так, у меня, я посчитала буквально по пальцам, оказалось 84 петли. Это шея. Поэтому вот эти 84 петли я должна уместить в 140 рядов. Учитывая, что я провязываю 2 ряда, надеваю петлю, провязываю 2 ряда, надеваю петлю. Опять же, 140 делим на 2, это 70. 70 фаз. 70 раз я могу надеть петлю на петлю шапки на иглу машины. А у меня 84 петли. Значит, 84 минус 70, 14 петель я должна надеть по 2 на одну иглу. 84 делить на 14, 6. Каждую шестую иглу, каждый шестой раз я надеваю по 2 петли. Итого я могу себе написать, могу отметить булавками на шапке, могу написать порядно, как это делается, но учитывая, что у меня будет частичное вязание с расширением, счетчик в данном случае плохой помощник. Сразу говорю, поэтому как нам лучше делать? Вот эти 14 петель проще отметить булавочками на самой шапке. Надевать я буду лицом с лицевой стороны, поэтому отмечаю на, так, по-моему, лицом. Сейчас будем уточнять. Но надеть булавки я могу все равно. То есть каждую шестую, 1, 2, 3, 4, 5, 6, отметили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, потому что они надеваются вдвойне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просто вставляю булавки и посчитаю, сколько у меня булавок. Если все верно, берем машину и начинаем вязать. 25 петель плюс кружево. Кружево представляет собой просто ажуры. Ажуры в заднем положении иглы. И игла, которая у меня будет стоять в переднем положении. Учитывая, что здесь сплошное частичное вязание, у кого машина с нитеводом, включайте рычаги частичного вязания, чтобы машина иглы в работу не забирала. Итак, провязали ряд, бросовая нитка, ряд белый, второй ряд провязываю, завязываю ниточку. И смотрите, теперь я буду, потеряла петельку, это нехорошо, но не смертельно. Так. Давай. Теперь моя задача вывязывать и кружево, и частичные ряды. Кружево представляет собой иглу в переднем положении. Провязываю минимально 6 раз. Поскольку здесь достаточно рыхло, провяжет любая машинка. Проверяю язычки. Выставляю в переднее положение петлю кружева. 2 петли краевых, они обязательно, иначе само кружево будет загибаться. Нитка у меня со стороны края. Здесь край, здесь внутренняя часть. Сюда мы будем пришивать нашу шапку. Итак, 2 ряда провязаны. Сейчас я надеваю петлю шапки и выставляю иглу для кружева. Шапку надевается, смотрите, вот она наша шапка, с вот так вот она и пойдет. То есть я беру как продолжение, вот она, шапка моя. И внутрь она вот так вот и пойдет расти. То есть я беру и складываю ее вот сюда. Конечно, это не очень удобно. Но зато все будет ввязываться прям сразу. То есть я кладу рядом с машинкой шапку изнанкой наверх и надеваю первую петлю на крайнюю иглу. Вот она, первая петля. Надели. Шапку убрать. Причем желательно бы ее
не складывать куда-то, чтобы она висела. Все петли начнут растягиваться. Я ее вот так вот ой-ой, вот видите, что делается. Все петли и пошли растягиваться. Так, аккуратно, придерживая шапку, я ее прям под машинку запихиваю, чтобы она никуда не делась. Пока никак, надо ее придерживать. Так, на петлю. И смотрите, сейчас я буду ввязывать частичные ряды. У меня моя задача провязать 2 ряда на всех иглах. То есть на краевых петлях я провязала 2 ряда. Теперь моя задача провязать увеличение. Увеличивать я буду, ну вот, например, отсюда. Сейчас делаю себе метку. Увеличивать можно 2-жды, можно 3-жды, как вам нравится. Я буду делать 3 увеличения для того, чтобы пелерина была большая. Через раз. Один раз вот над половиной, один раз 2-жды, чтобы у меня расширение пошло прямо от плеча. И один раз от половины. Вот так вот я буду расширять. Один раз я буду делать с половиной, один раз 2-жды. Что я имею в виду? Стоит игла в переднем положении, рабочая нитка. Ставлю в переднее положение часть игл, которые у меня идут от начала до первой метки. Провязываю 2 ряда. Раз, два. Считаю, потому что для кружева это важно. Раз, обвили. Два. Ставлю следующую часть. Три. Четыре. Ставлю все, кроме последних. Пять. 6. Для кружева достаточно, ставлю все иголки в работу, внимательно смотрю за последней петлей, где у меня надета шапка, и провязываю 2 ряда на всех. Раз, два. Тут же выставляю кружево в переднее положение, надеваю вторую петлю шапки. Учитывая, что они тут все только и мечтают убежать, очень внимательно за ними надо смотреть в этот момент. Надели. Выставляю от 10. В принципе, кружево могу и в сокращенном варианте здесь провязать. Раз, два. И все, кроме кружева, 3-4. Пускай оно будет коротенькое. Выставляю все в работу. И на всех иголках провязываю 2 общих ряда. Раз, два. Сразу кружево в переднее положение. Надеваю 3-ю петлю. И вот таким вот образом я буду вывязывать всю пелерину. Треть. Раз. Два, вторая треть, три, четыре, и только кружево, пять, шесть. Ставим в работу все-все иголки, и на всех иглах 2 ряда. Раз, два. У меня пошло расширение, расширение по плечам. И вы видите, край не скручивается, он будет очень красиво, изящно, элегантно смотреться. Это кружево. И вот таким образом я должна надеть все-все-все петли шапочки и провязать расширяющуюся по плечам пелерину. Вот так вот мы работаем и соединяем всю шапку. Ну вот то, что у нас в итоге получается. Вот наш подбородок. Раз уж у меня такая модель. Все делаем по фигуре, какая у нас модель. Вот наша пелерина. Вот так вот она стоит вокруг. С кружевом. Кружево, видите, не дает скручиваться полотно. Я только подпарила немножко, и все, полотно не утолщается и не скручивается. Так, теперь мне осталось только все это сшить, и шапка готова. Смотрите, сейчас клинья и часть подкладки я сшиваю на машинке. Измеряем длину. И пересчитываем в ряды, пересчитываем в петли. Как измеряем? Беру, сшивать буду от кончика клина
до начала пелерины. Пелерину буду сшивать с руками. Итак, измеряю, сколько это у меня сантиметров. 5 клин и 20, всего 27 сантиметров. 27 сантиметров умножаю на 2,5 петли в одном сантиметре, получается 67. Итого, беру машинку, достаю 67 петель и надеваю на нее подклад. Вот так вот. Складываю подкладку лицом к лицу и за либо петельный столбик, либо за протяжку, как вам нравится, сшиваем. Надеваю и просто закрываю. Помните, когда мы вязали, мы с вами не соединяли полотна в местах соединения. Вот здесь у меня есть расстояние, которое мне позволит сшить мои части по отдельности. Они не будут утолщаться и не будет вот здесь вот огромной-огромной такой шишки. То есть я беру 67 петель, надеваю лицом к лицу мой подклад и просто закрываю. Шов уйдет внутрь, потому что снаружи мы будем зашивать полотно и иголкой. В принципе, можно сделать наоборот. Зашить на машине лицевую часть вот так вот, вместе с затылком, все это зашить вместе с пелериной, все единым вот таким вот швом. А можно руками, как вам удобно. Хотите так зашивайте, хотите это, как вам нравится. Я зашью, как сказала. А потом мы возьмем иголку и зашьем разом всю шапку. Да, и клинушки тоже на машинке сошью. Вот так же лицом к лицу на машинке одеваю 5 сантиметров. Это 5 умножить на 2,5. Это 12 петель. 12 петель. И соединяю. 12 петель и соединяю. Вот наша шляпка. Отлично сидит по подбородку. Отлично лежит манишка. Здесь мы еще не зашили. Лицо идеально просто вписалось куда надо. Сзади, поскольку сшита только подкладка, снаружи еще не сшита. Немножко подтянуто будет. Здесь все подтянется. Как раз ровно ляжет. И все идеально. Идеально все ложится. Единственный момент, когда все-таки у нас снеговик. А это значит, что вот здесь вот должны быть снежки. Поэтому берем набивочный материал. У меня подушка холофайбер. Специально, видите, она лежит в таком виде. Для того, чтобы все набивать. И немного. Много не надо, иначе шапка будет очень теплая. Так, сейчас ее сниму. С манекеном. Набиваем в эти кармашки, которые у нас получились. У нас же снаружи связано больше, чем внутри. Поэтому вот в эти вот места через шов аккуратненько понемножку набивочного материала. Много, еще раз говорю, не надо. Надо только, чтобы был придать объем. Это все-таки снеговик. Это придаст еще больше тепла шапке, объема нашему изделию. И совершенно непонятно будет, как же этого эффекта достигли. Вот таким образом набиваете. Немного. Холофайбер тем и хорош, что он очень мягкий, эластичный и при небольшом количестве создает достаточно такой хороший объем. Если его много набить, это будет что-то каменное и вообще непродуваемое, совершенно жесткое. Нам такое не надо. Мы по чуть-чуть. Вот, видите, раз, два, вот наш снеговик, вот они, снежки. Точно так же верхнюю часть, здесь я еще не подшила, верхняя часть вообще огромный у нас снежок. Так, и затягиваем. Вот.
массивный снежок. И с этой стороны то же самое. Получается вот такая объемная, совершенно зимняя, теплая шапка снеговик. Осталось только зашить задний шов и убрать все нитки. Осталось нам зашить задний шов и все. Шапочку набивать сильно не надо. Она должна быть чуть-чуть только приподнята. Сильно набиваете, получается мешок, такой барабан. Она должна быть мягенькая. Вот. Очень мягко, очень немножко, чтобы вот только она пышненько стояла. Нам нужно зашить шов по лицу и зашить шов сзади. Начинаем его с манишки. Деваем иглу, нить, которая у нас осталась. Начинаем с края, чтобы с края у нас никакие нитки не болтались. Лицом к себе. Все вспомогательные нитки вниз. Вспомогательные нитки убираем потом, когда уже пришьем. Я отрезаю кончики, чтобы они мне не мешали, потому что болтаются сильно, мешают. И начинаем зашивать. Нитка у меня идет с этой стороны, значит, первые стежки я делаю с другой. Вставляю, ввожу иглу в петлю, вывожу из соседней. С этой стороны то же самое делаю здесь. Ввожу петлю в иглу и вывожу из соседней. И поехали. Дальше у меня перемычка. Я ввожу иглу в крайнюю петлю и делаю большой такой пробел. То есть я не затягиваю первую петельку. Можно и подтянуть, потому что здесь сложный узор. А следующую не тянем. Ни в коем случае, иначе я затяну рисунок. Первую подтянули. Дальше, вот видите, так свободненько все это лежит. То же самое здесь. Иголку, петлю и выводите из соседней, из второй, которая следующая находится. Так, вставляем иглу, вводим иголку в ту петлю, из которой мы выходили в прошлый раз, и выводим из следующей, не затягивая, потому что здесь у нас узор. Вводим ту петлю, из которой мы выходили, и выходим из следующей. Это обычный трикотажный горизонтальный шов. Очень хорошая вещь. Техника крайне нужная в нашем вязании, просто потому что она позволяет имитировать отсутствие шва при поперечном вязании. Ну и теперь все, узор закончен. Кружево мы сшили, и теперь вот так вот просто, подтягивая нитку до такого состояния петли, чтобы она соответствовала вязанию, мы зашиваем весь шов. Зашиваем все, что связано поперек. Выходя, вставляем в иглу, выходим из соседней. Вставляем в ту иглу, в ту петлю, из которой мы выходили, и выходим из соседней. Ну, здесь мне мешает. Я хочу немножко ее подрезать. Мне подтягивает петли, что мне не нравится. Можно, если мешает, по несколько петелек буквально освобождать. Тогда вы будете видеть. Я, видите, делала очень большую ошибку. Я торопилась и не провязала катушечной нитью. Теперь мне не видно петли. Катушечная нить в этом плане спасает положение. Она очень хорошо разделяет вязание. Я это не сделала. И теперь мне сложно сшивать. Поэтому всегда, если нам где-то хоть как-то нужны открытые петли, пользуйтесь катушечной нитью. Она вас выручает практически в любой ситуации. Вот таким вот образом дошиваем всю манишку. Видите, получается абсолютный эффект отсутствия шва. Тут еще вспомогательные нитки болтаются, поэтому они мешают. А так ничего не видно. Абсолютно гладкое вязание. Дошивайте до конца.
и сшиваем. После этого лицевой рулик и задний шов. Лицевой рулик мы сшиваем в стык, задний шов мы тоже сшиваем в стык. Просто складываем рядышком детали и прошиваем. Ну, сейчас я вам покажу. Сначала манишком. Зашиваем задний шов. Здесь, видите, я уже зашила рисунок. Теперь зашиваю по такому же принципу, как я сейчас буду зашивать кулирку, зашили узорную часть. Просто иглой вставляем нить в иголку. Много не надо, чтобы не было тяжело. Макушку стянуть. Там у нас уже находится синтепон. Немного, совсем чуть-чуть. Иначе будет просто жарко голове. Вот буквально совсем чуть-чуть, чтобы только он придавал пышности. Вот немножко, иначе эта шапка будет просто шубой какой-то. Вот, затягиваем ниточку. Видите, у нас достаточно аккуратная макушка за счет того, что мы ее с вами вот так вот хитро выполнили. И зашиваем. Держу пальцами так, чтобы у меня совпадали полотна. И вставляю первый петельный столбик. Напротив, во второй петельный столбик. Каждый раз я вставляю иглу в место напротив выхода нити. И затягиваю. Получается, что петельный столбик уходит внутрь, он как бы подворачивается внутрь, и его не видно. Самое главное брать один петельный столбик. Не протяжка, именно столбиками мы здесь зашиваем. Чем меньше вы берете стежки, тем аккуратнее будет у вас шов. Очень простое сшивание, очень эффектное. В общем-то, особых каких-то умений тут и не нужно. Навыки самые простые. Самое главное не сместить. Наше полотно вот так вот по вертикали, чтобы у нас все полоски совпали совершенно четко. Придерживайте, можете меточки поставить, можете булавкой подколоть. И вот таким вот образом зашиваете все наше полотно, вставляя иглу каждый раз в место, из которого выходила нить с противоположной стороны. Тогда у вас не собьется узор, петельный столбик четко уходит внутрь, и получается очень аккуратное сшивание, практически незаметное на полотне. Сшиваете нашу шляпку, и она готова. Вот такая детская шапочка у нас с вами получилась. Очень теплая, закрывающая все лицо, закрывающая шею, закрывающая подбородок. Получилось все, что мы с вами хотели связать.